Всем доброе утро. Прекрасная погода. Море шикарное. Хотя передают, что дожди. Но это, наверное, на севере. У нас нет никаких дождей. Смотрите. Шикардос. Сегодня после работы пойдем гулять. Вот по этим ступенькам. Вот видите? Ступеньки. Вот оттуда начинаем путь. И вот так спускаемся по ступенькам. Вот так. И туда вниз. Такой путь делаю сегодня. Машину оставлю внизу, ну, как в прошлую субботу. И будем гулять. Хотя надо бы домой быстрее ехать, потому что завтра после 3 у нас нельзя будет парковаться в нашей зоне. Не понимаю, почему. Вообще какие-то сегодня мотоциклы там какие-то ездят. Сбор мотоциклистов. В общем, что-то каждый выходные какой-то праздник, о котором я совершенно не в курсе вообще. Где они все берут эти праздники? Куда они их знают? Непонятно. Ну вот так, праздник. Так что сейчас поработаем, а потом праздник. Сегодня на улице настоящая летняя погода. Вообще, как здесь называют, наверное, Верану де Мембрию. То есть, как это, бабье лето. Вот. Я сегодня задержалась на работе. А пожрать-то у меня ничего нету. Но у меня там грибы есть. Поджарю грибы с луком. Гречку сейчас быстренько себе отварю. В общем, вот так. Может, вчера какую-то колбасу привез, которая мне нравится, она такая белая, типа ливерной, я так думаю. Надо ее тоже сегодня попробовать, откуда-то оттуда. Откуда, не знаю, откуда привез. Так что вот так, покушаем, отдохнем немного и опять на работу. Даже не знаю, чего сегодня одевать, я же сегодня хотела типа походить. Волос, конечно, дыбом, феном сушу на... Господи, в спортзале, или как там его назвать. Он сушится, как хочет, так и сушится. В общем, что одевать, ума не приложу. Вернее, приложу, но то, что хочу одеть, у меня все в стирке лежит. Вся спортивная одежда. А шорты я уже все спрятала. Все, у меня уже все убрали. У меня же лето, я не думала, что будет уже лето. А оно есть. Лето. Ах, лето. Да, Чарли? Иди сюда. Все сумки потихонечку перебазируются вот сюда. Всегда так. Всегда так, всегда. Лето красное, будь со мной. Ну-ка, Баха, Вольта, муви, послушный мальчик. За Чучу готов все, что угодно делать. Ладно, быстренько переодеваюсь. И грибочки жарить, и отварить гречку. Гречка сама отварится. Лето, ах, лето. Я обжарила лук, добавила грибы, перемешала, наверное, минуты 3 поджарила. И сейчас я добавлю белого вина столового, прям буквально вот так вот. Вообще очень вкусно с вином, обалденно. Убираю огонь. Ой, на средний. И чтобы весь алкоголь выпарился. Вообще очень вкусно получится. Обалденно. Бражкой прям вкусно запахло. Бражечкой такой прям. Бражка-бражка. А вот, чтобы выпарилось все это, поджарилось потом. И будет вкусняшка. Грибы солю всегда в конце, потому что вы знаете, что грибы как уменьшаются, скажем так. Поэтому могу пересолить. Там у меня уже гречка варится. В общем, все. Пускай жарится, парится. Сейчас колбаску вам покажу. Вот такая колбаса. Очень похожа на нашу ливерную. Такая, знаете, я обожала ливерную колбасу. Но эта ливерная как будто она высокого качества. Не такая вот дешевая, а прям такая дорогая ливерная колбаса. Вкусняшка.
Так, грибы у меня почти пожарились. Выключаем. Гречки осталось 7 минут. И вот, а еще вот тут какие-то, это знаете, свиные шкурки, жареные в собственном жире, в общем, скажем так. Они жарятся до такой степени, как вот становятся хрустящие. Видите, с салом есть, вот с мясом. Видите, вот это вот с мясом чуть-чуть. Супер калорийная еда. Но очень вкусно. Хрум-хрум, как чипсы, только супер-супер-супер калорийные. Это я не буду, это я попробовала. И хватит. Осень такая непредсказуемая штука, что с утра это вы так трясетесь, а мне нужно одеть. С утра жара и лето, после обеда ветер и осень. Ну как осень? Испанская осень. В Испании осень такая больше лета, чем осень. Сегодня припарковалась немного далеко, потому что не было парковки. Чуть задержись на работе, и все, и трындец, и нету парковочных мест. Так вот. Так что взяла с собой даже... Я оделась по-спортивному. Одела леггинсы уже такие спортивные, в которых я зимой хожу. И... У нас такие улицы. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Вот, и взяла кофточку сверху. Но она льняная, но все равно. Потому что у моря, не знаю, может быть, прохладно будет. Вот. И едем. Едем, едем. Такие вот у нас улицы. Тесные, скажем так. Мой спортивный лук сегодня. Сегодня старые кроссовки одела. Вот эти леггинсы, они вроде неплохие, но вот тут резинка, вот эта вот, которая, она очень слабая, и с меня они слетают постоянно. Вот. Пока залезла, запарилась. Сейчас поработаю и пойдем на море. Там, наверное, шторм ужасный. Страсть, потому что ветер такой прохладный, знаете, изменилась погода. Чарли, кей? У нас, короче, родственник рядом живет. Походу, он сейчас своих собак выгуливать вышел. И вот Чарли сидит, страдает. Ой, не могу. А он буквально, ну, вот в той стороне налево живет, в двух домах чуть пониже. И вот Чарли сидит, ревет. Чарли, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Он так может иногда страдать. Либо сестра выйдет, она тоже здесь рядом живет, сестра мужа. Выйдет куда-нибудь, он тоже ее учует, либо услышит, и тоже сидит и плачет. Страдали бедные. Так мне его жалко. А никто не идет. Смешной. Вот откуда знает? Любит их страсть. Вот племянник там живет, сестра. И прям видит их там, может, раз в неделю. А чувствует прям и все. Представляете? Вот тебе и пожалуйста, собака. Смешно и жалко, так сидит, платит. Умора.
Сижу я, значит, тут уже отработала почти. Думаю, что-то как-то темно. Погода меняется, что ли, думаю. А у меня полотенце постиранное там сушится. Думаю, дай-ка я посмотрю на погоду. Залазю на погоду. А тут у нас, посмотрите, на сегодня 100% дождь. И завтра тоже. Офигеть, 100% дождь. Я говорю, ну, наверное, ночью. И правда, ночью, видите, в 3 часа ночи. А завтра будет дождь. Ну, передают. Ну, с утра. Ну, это, наверное, он ночью будет дождь. И на утро пойдет. И вообще на этой неделе во вторник тоже будет дождь. Смотрите. Прям целый день передают. 70%. Чем дожди, надо тогда полотенце прятать. Сейчас, наверное, их занесу. Как-то, думаю, темно. Как-то странно, что погода так поменялась. А вон оно что оказывается. В общем, значит, я тогда занесу сюда сейчас полотенце. Этот сад сестры мужа. Мы в прошлом году здесь апельсины собирали и мандарины. Кстати, они уже почти поспели, скоро можно еще налет сделать на них. Там у него еще гранаты есть. И что еще? И что-то еще я не помню. Но оно все червивое. Так как не Чарли Бен Акибен. Там дети бегают какие-то непонятные. Вперед, Эбени. В общем, много народу на гору. Мусульмане, арабы какие-то. Но это же этот замок построили арабы, мусульмане, да? Вот говорю, лезут на свои, как это сказать-то? Коренные источники, или как это сказать? Не коренные источники. Ну, в общем, посмотреть на свое прошлое, скажем так. Ой, не могу. Вообще, я скоро разучусь разговаривать. Как говорится, на испанском не знаю, русский забыл. Пипец. А, и инжир у них там растет, вот он. Но они все червивые, потому что не обрабатываются, еще раз говорю. Типа экопродукт. А экопродукт почти всегда бывает с маленькими букашками. Ну, как говорится, мы самое главное прошли. Самое сложное осталось до морюшка дойти и до машины. И все, и домой отдыхать. Thank you.
Это, как всегда, куда-то зашла. Хрен знает куда. Но выйти-то я точно должна. Мне надо туда. Чарли, нет, туда не надо нам. Чарли, не надо нам туда. Нам надо прямо. А Чарли с камушком. Я ему камушек кинула, наверное, 2 километра назад. Вот он все с ним идет. Может быть, ему палочку какую-нибудь кинуть? Блин. Найдем ли мы дорогу? Куда ж тебя занесло-то, Оксана? Твою дивизию. Ой, блин. Тут что-то все. Все. Все перекрыто. Там вон какая-то лазейка есть. Может быть, там можно как-нибудь пролезть через них. Ой, да, там вот дорога. Смотрите. Эх, дороги, пыль да туман. Опа, мувей. Холода. Ну все. Выход в цивилизацию. Нет, не туда, Чарли. Чарли, не туда, вот сюда. Ну все. Наверное, все. И не уверена. Да. Ну, здесь, походу, машины ездят. Я так думаю, раз дорога есть. Да-да-да-да. Вот. Нам вон туда. Вот, все. Выход в конце тоннеля. Ой, люблю я все вот так вот лазить везде. Знаете, как в детстве в деревне лазишь, все облазиваешь на деревьях. Ой, блин. Обожала по деревьям лазить, открывать какие-то шалаши, строить. Вот в таких вот. Смотрите, какая вода кристально чистая. Шалаши строить вот таких вот в тростнике. У нас, конечно, не тростник был, но что-то наподобие. Мы тоже строили шалаши себе. Эх, беззаботное детство, где ни о чем не думаешь, ни о каких проблемах, ни денежных, ни никаких. Вернуться бы туда и жить. Ой, смотрите, это горох. Горох скоро можно будет воровать. Понятно. Мы еще сюда тогда вернемся. Смотрите, смотрите. Это горох. И уже большой. Угу. Цветет. Ну, цвети, цвети. Я до тебя еще доберусь. Ой, ну все, вылезла. А это ава здесь растет. Это типа зеленой фасоли такой. Разновидность бобов, которые естся с салом. Я еще вам засниму. Какое-то вкусняшка. А это стручковая фасоль. Стручковая фасоль. Ну, зеленая, которую едят. Да, стручковая фасоль. Слушайте, ну как в деревне, какая красота. А? Ну все здесь есть. И море. Слышите, кстати, море-то шумит как. О, бушует. Виноград. Вот, о, бля. Чуть не мандыкнулись. Ой. Мама. Слушайте, там стена какая-то. И снова предо мной стена, но я ее пройти должна. Ой, блин. А, нет, это не на моем пути. Это вдоль дороги. Где Чарли-то? Тут. Клопов, интересно, не понасобирал? Ну, у него ошейник есть. Поэтому не страшно. Так. А, вот они, собаки. Ай, вот они, тики-тина. Ай, ай, нет. Шшш, не гавкать. Не гавкать. Ой, вот тебе, пожалуйста. Хотела подружиться. Они на меня гавкают. Ну и гавкайте себе там в одиночестве. О, блин, я куда выйду? Это виноград. Хоть бы виноградинка какая-нибудь свисала. Стыбзить. Вот уйду отсюда и ничего не стыбзю. Ну как? О! 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 Так он какой-то как больной, что ли. Ой, он зеленый. Фу, он не такой. Ну вот. Хотела стыбзить, а не удастся. Он зеленый, рот вяжет. Ну вот. Так и выйду отсюда. Ничего. Ну вообще, вот эти дебри такие классные.
Эх, дороги, пыль. Да, слушайте, фотку в Инстаграм. Все, встретимся. Переходите в Инстаграм и будете там смотреть мои новые фотки. Прощай, прощай, мой путь. Я вышла в цивилизацию. В общем, вот туда мне нужно подняться, где белые дома. И там моя машинка стоит. Вот, блин, спускайся сначала, потом поднимайся. Что там, барабанщика, наверное, сегодня нету. Не слышу его. Барабанщик, бой. Так, стоп, надо постоять. Давай, Чарли, постоим. Правила дорожного движения не будем нарушать. Все, пошли, нет машин. Пошли. Все. Браки. В туалет, наверное, сегодня хорошо схожу. А вот так манго растет. Смотрите. Какое вкусное. Ох, добралась бы я до тебя, если бы не стена. Ох, бы я бы тебя сорвала. Ну, блин, далеко здесь стена. И там 3 метра. Ноги поломаю из одного манго. А так висит, прям так. Манит, манит, манит. И манит. У нас тут сборище каких-то мотоциклов. Непонятно, что это такое за праздник. Ну, какой-то праздник. Много мотоциклов все эти вот. Не знаю, что это они там делают. А мы едем домой. А еще вот тут тоже какие-то карусели приехали для детишек. Там они что-то тоже какой-то праздник, наверное. В общем, что ни день, то праздник. Все что-то гуляют, отмечают, непонятно что. Да не беги, ты не задавлю. А вы подождете. Смотрю телек, монтирую видео. Моя рыба с лядкой лежит, отдыхает, устал. И ужинаю. Яблочки. Как знаете, говорится... Не знаю, где, в Одноклассниках или где я видела. Хочешь жрать, съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь жрать. Ну, так. Всего вам самого наилучшего. До завтра. Завтра, вернее, этой ночью дождь передают. Завтра не знаю, что буду делать. Машину точно не буду брать. Потому что я потом негде будет парковать. В общем, доживем до завтра, и все мы увидим. Всего самого наилучшего, и всем пока-пока!